Здравствуйте, дорогие друзья! Сентябрьская поселенческая библиотека номер один предлагает вашему вниманию информационный видеочас «День православной книги». Весна открывает целую череду самых светлых и прекрасных праздников. Благовещение, Пасха, День Победы, Неделя славянской письменности и культуры, соединенная с праздником русского языка. В чудесных хоровод этих праздников плетается и новый – День православной книги. Наверное, имеет смысл в какой-то день особенно подумать и помолиться о книгоиздателях, о книгоиздании. Не может быть успеха в церкви, если мы не сопровождаем своего делания сугубой молитвой. Это слова святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла на заседании издательского совета 18 ноября 2009 года, легшие в основу будущего общецерковного праздника Дня православной книги. 25 декабря 2009 года священный финот Русской Православной Церкви учредил общецерковное празднование Дня Православной Книги, а Архиерейский собор в 2011 году утвердил данное решение. В настоящий момент День Православной книги является общецерковным праздником Русской Православной Церкви, а 14 марта 2010 года в России он впервые отмечался. Этот праздник, который стал ежегодным, приурочен к дате выпуска книги Диакона Ивана Федорова ⁇ Апостол ⁇ которая считается первой печатной православной книгой на Руси. Ее выход в Свет датируется 1 марта по старому стилю 1564 года. Мы совершим с вами небольшой экскурс в прошлое и вспомним, как зарождалась на Руси книгопечатание. Иван Федоров родился в 1510 году. Для своего времени это был образованнейший человек. Он учился в Краковском университете, где получил ученую степень бакалавра. Затем служил дьяконом в Москве в храме Николы Гастунского, где хранилось множество славянских и греческих книг. Служители сюда брали особо грамотных, и он, Иван Федоров, удостоился этой чести. Иван Федоров понимал, что книги нужны людям, что без книг нет знаний и нет будущего. Ради книг он должен жить и трудиться. По благословению митрополита Макария Иван Федоров едет в Тверь, в Оторочь, монастырь, побеседовать с узником этого монастыря Максимом Греком, знающим тайну печатания книг. При встрече с ним Иван Федоров старался запомнить каждое слово ученого Грека. В 1553 году царь Иван Грозный приказал строить в Москве особый дом для типографии. Митрополит Макарий советует Ивану Грозному принять на службу Ивана Федорова. Писатель Юрий Овсяников в книге об Иване Федорове «Ради братьев своих» так описывает начало работы первой печатни в Москве. Страх не покидал его со вчерашнего дня. Владыка Макарий вчера после всеношной объявил ему, что царь Иван Васильевич самолично желает узнать, как он, Иван Федоров, собирается подвижными буквами священные письмена печатать и надлежит ему Федорову поутру явиться в государевы покои. Во время разговора с царем Иван Федоров подал ему большой белый лист бумаги, на котором подвижными буквами был отпечатан полный титул государя и царя Ивана Васильевича. Царь откинулся в кресле и долго любовался листом. Потом сказал, «Не в чулане начинать такое дело надо. Святой Отец благословил тебя на него, и я без своей милости не оставлю. Печатню настоящую поставим здесь, в Кремле, у храма Николы Гастунского». Первую книгу Иван Федоров закончил печатать 1 марта это 14 марта по новому стилю 1564 года. Она называлась Апостол. Иван Федоров и его помощник Петр Мстиславец работали над ней почти год. Это был большой том церковного содержания. Печатники хотели, чтобы книга была похожа на старые рукописные книги. Шрифт ее воспроизводил рукописное письмо. Первая буква каждой главы была выделена красной краской. Начало каждой главы было украшено узором, на котором переплетались виноградные лоза с кедровыми шишками. Через полтора года Федоров и Мстиславец издали сборник молитв часовник. Именно по этой книге на Руси учили детей чтению. В 1566 году Иван Федоров вынужден был оставить Москву. Одной из причин было недовольство отдельной части церкви и священников, считавших кощунством механическое воспроизведение священных текстов с помощью печатного станка. Также не очень-то пришлись по вкусу старым монахам, переписчикам новые веяния в книжном деле. Труд переписчика становился абсолютно невыгоден, ведь станок позволял печатать книги куда быстрее и дешевле. В этом же году в типографии Федорова произошел пожар, и он был не случайным так как мастера книжных дел начали борьбу с конкурентом. И тогда не знали два Ивана, заведя горячий разговор, что по воле вражеского стана запылает их печатный двор, что объявят ересью и ложью всю печать, нерукописный труд, и, призвав на ересь кару божью, двор печатный ночью подожгут. Зависть и ненависть нас от земли и отечества, и от рода нашего изгнали в иные страны, неведомые доселе», — писал Федоров, послесловие к своим книгам. Но Федоров и Мстиславец продолжали заниматься печатным делом. Несколько лет первопечатники работали в городе Заблудово, в типографии литовского гетмана Григория Хаткевича. Здесь было напечатано учительское Евангелие, сборник евангельских текстов. За Заблудове в 1570 году вышла новая книга Ивана Федорова «Псалтырь с часословца». Затем Иван Федоров с семьей переехал во Львов. Он занял денег и построил свою печатню. Он издал здесь первую русскую азбуку. Открывали ее 45 букв кириллического алфавита. В азбуке находились учебные тексты, грамматические конструкции, а также молитвы, послания и притчи. Это была полноценная учебная книга, которая шла на расхват и зачитывалась буквально до дыр. Послесловие Федоров писал, что букварь напечатан для пользы русского народа. Финансовые трудности вынуждают Ивана Федорова покинуть Львов и поступить на службу к богатому украинскому феодалу князю Константину Острожскому. В городе Остроге заработала четвертая по счету типография Федорова. Мастер продолжал печатать свои книги, но именно в Остроге им была напечатана первая полная славянская Библия. Она стала известна под названием «Острожская Библия». Издание Библии, широко разошедшееся по всем славянским землям, стало одним из главных деяний Ивана Федорова. В последние годы жизни мастер испытывал большую нужду. Создать собственную типографию во Львове уже не удалось. Умер Иван Федоров в 1583 году, 5 декабря, на надгрубном камне была сделана надпись ⁇ Друкарь книг перед тем невиданных ⁇ Русский народ отдает должное своему первопечатнику. Книгоиздатели и книговеды ежегодно, начиная с 1959 года, проводят научные сессии, посвященные проблемам истории книги и книжного дела. Они называются Федоровские чтения вышло большое количество трудов, посвященных жизни и деятельности Ивана Федорова. В центре Москвы на Никольской улице поставлен памятник первопечатнику. Монумент был открыт в торжественной обстановке 12 октября 1909 года. Сквер был рассвечен флагами, дорожки посыпаны песком, в подножие памятника посажены цветы. Профессор археологического общества Барсов сказал речь. Торжественно и знаменательно настоящая минута в истории русского просвещения. Мы открыли сегодня памятник не человеку высокого положения, ни князю, ни полководцу, ни писателю, а простому рабочему печатного дела. В этот день к памятнику пришли работники всех московских типографий. Они клали под ножью цветы, зеленые веточки, оранжевые листья кленов и низко кланялись зачинателю их благородного дела. На следующий день у памятника появился венок с надписью «Первому мученику русской печати», намекавший на подвижничество первопечатника и на те опасности, с которыми ему пришлось столкнуться в Москве. Мы видим сегодня Федорова таким, каким его изобразил скульптор Волнухин. Высокий лоб, волосы, перехваченные ремешком, внимательный взгляд из-под густых бровей. Мы умеем предками гордиться, память о печатнике живет. Федорову памятник в столице сохраняет бережно народ. А сейчас память об первых православных книг продолжает жить и в празднике День православной книги. Когда мы говорим об этом празднике православной литературы, мы вкладываем смысл, выходящий за пределы формальных жанровых границ. И русская классическая литература, от корней православная, и включающая в себя все жанры, является тому ярчайшим примером. В этом смысле мы счастливые люди, потому что можем смело сказать, День русской литературы ⁇ это День православной книги.